наоборот, вспомнили детство, да, по крайней мере, там мой год рождения, ну и там наши друзья, мы все выросли еще во времена, когда на базе Зимбру было гаревое поле, и мы наоборот ждали вот этот первый снег, чтобы выйти сыграть на снегу футбол, под эту тренировку провести с такими горящими глазами. Сегодня вначале, ну, мы уже играем в таком цивилизованном мире, везде поля, все привыкли, и как-то вначале посмотрел, и ребята не понимали, нам чистить поле или это, приняли решение играть на снегу, что-то почистили, что-то нет. Я думаю, море удовольствия было, как бы, мне лично было приятно, ребятам было приятно, были и смешные моменты, был и качественный футбол, поэтому в целом, как бы, погода сегодня никого не, как сказать, не испугала. 11 команд, и, соответственно, как бы, и наши тренеры были даже в возрасте, все равно пришли по этой погоде. Ну, это еще раз, как бы, полностью показывает, что все цели были достигнуты. Я думаю, просто кроме мастерства, потому что, в принципе, конечно, как бы, команда Dream Team, она самая мастеровитая, все-таки все игроки сборной и так далее. Иногда есть такие вещи, как организация, там, настроение. Соответственно, у них и эти компоненты сегодня были на высоте, поэтому они и выиграли. Но в целом, как бы, было приятно увидеть всех воспитанников, даже тех, кто не играет сегодня в футбол, как бы, профессионально. Но при этом также присутствовали и там легенды нашего клуба, такие как, ну, скажем, и Саша Ипуряну, и Семен Булгару, как бы, и также молодой Домашкан был, и брат его был. В принципе, все в моей команде тоже. Женя Чеботару играл, приятно было, как бы, игроки сборной. Да, у меня всегда позитивные эмоции, когда я возвращаюсь обратно и вижусь с ребятами, которые играл в сборной, которые играл в чемпионате здесь, когда мне было 18-20 лет. Очень-очень рад, что всех видел, со всеми поговорил, со всеми поздоровался. Хочу сказать всем спасибо и поздравить всех с Новым годом. И пожелать им удачи и крепкого здоровья всем. И им, и семьям, детям, все, чтобы были здоровы.